Чила, слава богу, что вы собрались. У нас уже почти готово все. Даже сцена почти высохла. Ой, я буду с краю, чтобы тут немножко... Чтобы артистов... нашим артистам все-таки было место по суше. Я надеюсь, вы поймете, что очень тяжелые для нас тоже условия. Вода, тут аппаратура немножко глючит. Поэтому артистам будет очень трудно. Я по секрету вам говорю, поскольку все свои. Вы знаете, очень приятно, что мы с вами сегодня опять встречаемся. Ровно год назад мы были на этой сцене. Кто-то был год назад здесь, когда цирк выступал? Ну, значит, вы некоторых увидите артистов, которые вам известны. Некоторых увидите совершенно новых. Очень прошу вас, пожалуйста, ладошки приготовьте, мороженое уберите. Шарики тоже в сторону, вам ладошки понадобятся сейчас больше всего. Давайте, давайте. Вот, приготовим ладошки. И начинаем нашу программу. Первым номером. Я всегда, когда работаю, особенно здесь, на бульваре, стараюсь всегда приглашать этого артиста. Я его очень люблю. Скажу вам честно, у него сегодня были проблемы с транспортом. Опять же, с дождем. Но, несмотря ни на что, он приехал. И я с удовольствием вам его сейчас представлю. Я считаю, что это один из лучших дрессировщиков попугаев, которые есть в нашей стране. Встречайте его вашими аплодисментами. Вениамин Игумнов. Thank you.
Вениамин Игумнов. Ваши аплодисменты.